Это Афинская школа Георгия Заборского. Наш первый воркшоп «Идеальный небоскреб». День 5. Работа экспозиции. Пришла приклеить записочку с пояснением. Казалось, старой записочки нашей и нету. Видимо, она была здесь, поскольку место сухое, не знаю. Вообще, как-то нелюдно. Людей нет, погода плохая, вот, но хорошо, что я как раз принесла описание, сейчас его приклею скотчем, и хоть будет видно, что наша инсталляция себя представляет. Ну вот, чуть-чуть постаралась приклеить, только ничего не приклеивается. Скотч тут отрывается на ветру. Ну, что поделать, пока не придумали никакой другой нормальный способ. Итак, приклеила по методике, если вы не смогли сделать что-либо с помощью скотча, значит, вы взяли мало скотча. И там наклеила, и там наклеила. Ну, не знаю, что-то мне кажется, что долго это все не продержится. Посмотрим, конечно. Сейчас еще пойду погуляю и вернусь. Все тут на ветру развивается. Надо, может, скотч покрепче двухсторонний, либо чем-то другим крепить. Посмотрим.